Харьков, 6 утра по Киеву. Добротная метель. И все бы ничего, если бы это было не 19 апреля 17 года. Это у нас цветущая абрикоса. Цветущий абрикос. Ждали цветочки пчелок. Дождались белых мух. Такого еще не было точно. Ну, на моей памяти, так 100%. Дерево рухнуло, елки-палки. У меня там провода оборвало. Да, 19 апреля, 17 год, Харьков. Не Мурманск какой-нибудь. Безумно красиво, безумно просто красиво. Боже мой, березка ты бедненькая. Ох ты, боже ж ты мой, смотри. Не выдержала, ну куда, столько снега. Листья-то уже пораспускались. И на них сейчас такое навалило. У природы нет плохой погоды. И мозгов, походу, тоже нет. Куда же это? 19 апреля, 12-го. Шашлыки в футболках.